Всем привет! В последнее время я что-то подналёг на свежие салаты, и у меня закончился в холодильнике мой базовый салатный соус. И вот пришло время, чтобы опять он у меня появился в холодильнике. Чем хорош такой салатный соус? Тем, что он хранится очень долго, тем, что при добавлении к нему других ингредиентов можно получить совершенно другой вкус. Я, как правило, делаю такой соус на светлом бальзамическом уксусе. А если кто-то предпочитает темный, то тогда темный. Я решил рецептуру сегодня сделать не только в граммах и миллиграммах, но и в столовых и чайных ложках, потому что не у всех есть весы, и я думаю, что это будет удобно всем, ну, кроме меня. Я пользуюсь весами. Для удобства я возьму стеклянную банку, сразу добавлю, да, все ингредиенты у меня под видео, и количество тоже. Добавлю 70 мл бальзамического уксуса, 5%, 15 грамм соли, это полторы полных чайных ложки. 50 граммов сахара, это 7 полных чайных ложечек. И 2 полные столовые ложки горчицы, это 30 грамм. Вот именно в такой последовательности я начинаю создавать эмульсию, то есть соединять масло с жидкостью. Да, в качестве жидкости я особо не парился. Можно взять бульон, если он у вас есть. Если бульона как такового нету, я взял обыкновенную минеральную воду. И начинаю вводить масло тоненькой струечкой. Вот обратите внимание, масло уже значительно погустело. Оно стало уже такое более похоже на жидкий майонез. И вот в это время по очередности мы начинаем добавлять воду, взбиваем. Потом опять масло взбиваем, воду, масло, воду, масло. Пока у нас вода полностью не соединится с маслом. Это нужно смотреть по консистенции. Не доводите соус до очень жидкого, иначе эмульсия у вас пропадет. И тогда придется все делать все заново. Но уже тогда с двойным количеством. То есть опять взять те же самые ингредиенты, создать прекрасную эмульсию. И потом то, что у вас не получилось, тоненькой строчкой добавлять уже в готовый соус. Ну и продолжаю. Вода у меня практически уже вся внутри, осталось совсем чуть-чуть. Ну а масло вот этот остаток. Вот это все мне нужно будет ввести. Поэтому я ввожу полностью сейчас масло, а потом воду. Все, соус у меня готов. Если кому-то из вас покажется, что у вас соус немножко густоват, а такое бывает, если густоватый, просто добавьте еще немного жидкости. Вот и все. Так, ну и переливаем соус в удобную нам посуду, в которой бы мы хотели хранить ее в холодильнике. У меня в этом случае пластмассовая банка с крышкой, но мне так удобнее. Никогда не разобьется, если в случае даже упадет. Здесь у меня ровно 1 литр соуса. С этой основы, как я уже говорил, добавляя что-то другое в нее небольшими количествами, я могу делать салатные соусы для разных салатов. По-разному. Добавить клубнику, добавить малину, добавить зелень, да все что угодно. Все, что вашей душе захочется, то вы сможете и добавить в этот соус. Так сказать, задать направление. Все, я это убираю и в холодильник. Да, кстати, у меня на канале есть видео, где я рассказываю именно о салатных соусах. Ссылочку на него я оставлю. Ну, надеюсь, не утомил. Если нет, то вы знаете, что делать. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.